Байка, вёска за 22 километра на полночный заход от Кричева, 8 за 2 километра от Могилёва, 7 километров от чугуночной станции, а советской на линии Кричево-Могилёв. Прос вёску течет река Мертвица. Ведомо по рукописных крыльцах за 17-го столетия. Ходи, Марсела, ходи сюда. Ходи, Марта. Ходи, хлеба дам. На тебе, на, моя хорошая. Ходи. На. На, милка моя. Ходи. На. Люблю заниматься коровами. И они меня не любят. Это как? Доить. Заготовка сена. Супруг заготавливает. Но я люблю их доить и глядеть за ими. Ну, корова больше понимает. Она как человек. Она и пожалеет, и ласку заметит. Не бойтесь. Мне немножко страшно. Не бойтесь. Честно скажу. Лето наступило, каникулы, у школу ходить не надо, сил набираться. Вон на мамке помогаю всем, за коровами хожу. С папком, за телятами помогаю ему. Кто-то к тебе пришел там сзади? Милка. В данный момент здесь 18 коров. Это, я скажу, такой положительный пример, что люди один перед одним держат коровок, сдают молочко государству и для себя еще оставляют. Ну, жить можно, на деревне жить можно. Все-таки у нас Республика Беларусь, аграрная республика, надо на земельке работать. Как муравьи все на сене и заготавливают, и грядки полют, и все делают. Приятно выйти летом, посмотреть, как все зимы с весны вышли и работают все на огородах на своих. Баевка – родная деревня, правильно. Родился здесь. В 1935 году оккупацию перенес тут. Да, после этого, значит, пошел в школу. Ну, кончил 6 классов всего. Больше возможностей не было. Мать была инвалид второй группы, и нас четверо. Вот, отдувало. Хорошо работал трактористом. Винявой по бульбе и по льну. Вот. За это получил орден и медаль у Донхасы, серебряную. Вот. Ну, а сейчас живу, смотрю, что будет дальше. Кто не ленится, то и работает. Вот интервью вы все снимали, дедушка за 80 годов, но он старается помочь своим деткам. Производить мед. Даже на своей машинке, его «Жигули четверочка», каждую субботу, воскресенье с хозяюшкой ездит и продает мед. Это тоже уровень же. За 80 годов и еще на машине ездит. We'll be right back.
Это что у вас за радио-то играет? Что-то знакомое? Ну, радио Могилев. Как ваша работа? Ну, потихоньку. Ну, сейчас лучше, конечно. Сейчас больше заказов. Дети уехали, ну, делать беседку. А я за няньку. Держи. Не большеват молоточек-то? Держу. Для наследника. Да, ну, сразу привыкает. Как вы думаете? Ага. Ваш Тима. Ой, Тима. Ага. Будет жить в Баевке или уедет? Я надеюсь, что... Надеюсь, что не уедет. Сейчас уехать не проблема, были в день. 2 часа ты на машине, 3 в Минске. Поэтому жить сейчас можно везде. Да? В деревне и в городе. Дайте. Я хочу стать хоккеистом. Ну почему? Не знаю, я как-то хоккей поглядела сначала, сестра фильма глядела, там молодежка, сегодня купила диск. Поглядела там, а хоккеисты в хоккей гуляют, которым по 18-20 годов. И я как-то включил хоккейный канал и глядеть начал. Сначала болел не за нашу команду, но потом и за российскую начал. Сестра болеет за нашу белорусскую «Динамо Минск». А ты за кого болеешь? За «Авангард». Когда вырасту, придется сразу потом в Омск приезжать, куплять квартиру, ну и гулять уже в хоккей. А мама согласна с твоими планами, а папа? Я еще так не спрашивала, но согласна. Кто же будет смотреть за Милкой и Марцеллой? А я буду, когда сезон кончаться, луна, целое лето будет, буду приезжать навещать. О, давай с кошкой. О, сейчас откроем кошку. Что-то ей этого не хочет сегодня. Где родился человек, там маленькая родина, наверное. И каждый человек, где родился, хвалит свое место, где живет. Ну, сами видите, у нас природа великолепная. Зелень, сады, особенно соловьины. Сейчас вечера и ночи такие хорошие. Главное, чтобы мир был, в первую очередь мир. Чтобы люди понимали друг друга, уступали где надо. Меньше ссор, чтобы было волокит всяких. И главное – здоровье. Здоровье, здоровье, здоровье.